Представляю вам судейскую бригаду из России, бригаду титульного поединка. Боковые судьи Виктор Панин, Илья Килунин, Игорь Тамадаев. Супервайзер WBO Сергей Хурсанов, рефери Семен Стахеев. Представляю вам соперника в синем углу. Боец из города Санкт-Петербург, ему 25 лет. Рост 168 сантиметров, вес 55 килограммов, 240 граммов. Профессиональный рекорд 9 боев. Во всех одержанной победы 5 из них нокаутом. 15-й номер рейтинга WBO. Чемпион WBO Oriental. Не знающий поражений. Асрор Вахида! Его соперник в красном углу из города Екатеринбург. Ему 29 лет. Рост 165 сантиметров, вес 55 килограммов, 280 граммов. Профессиональный рекорд 10 боев. 9 побед, 3 из них одержаны нокаутом, 1 ничья. 11-й номер рейтинга WBO. Действующий чемпион Европы по версии WBO. Мухаммад Шеха. Господа, господа боксеры, слушаем моей команды внимательно, не нарушаем. Я желаю вам удачи, пожать руки по углам. А возраст, рост, вес бойцов на ваших экранах. Старше на 4 года Мухаммад Шехов, на 3 сантиметра ниже. И оба уложились в рамки первого полулегкого веса. Ну, такой у нас поединок двух небитых боксеров. Оба не имеют поражения. Единственное, есть ничья у Мухаммад Шехова. Ну и то достаточно тогда это был это очень спорный, наверное, такой очень конкурентный поединок. Да, против Магомеда Курбанова. Но другого Магомеда Курбанова. Наверное. Оба бойца начинают в стойке левшей. И такое у нас изначально среднеазиатское дерби в Екатеринбурге. Да. Таджикистан против Узбекистана. Пошел вперед Вахидов. Шехов отстреливается. Хорошо по корпусу слева. Шехов парень быстрый. Мы его видели с Лешковым. Ну, а если брать именно вот по бумаге, то досрочных побед больше у Вахидова. Ну, здесь я думаю, что в первом раунде все не закончится. Будем смотреть, коллега. Высока цена. Да, и рисковать, скорее всего, ребята пока не будут. И, наверное, имеет смысл напомнить, что это полуфинальный бой отборочного турнира по WBO. Победитель выходит в финал, а победитель отборочного турнира получает или пояс претендента, либо просто встает в рейтинге очень высоко. Что максимально его приближает к поясу. Да, Шехов так особо старается не сжаться канатом. Хотя мы знаем, что Мухаммад, в принципе, может работать контровиком. Очень он хорошо работает контровиком, надо отметить это. Мухаммад Шехов действительно имеет очень подвижные ноги, очень хорошую такую динамику. Надо отметить, что в прошлом году, в 2020 году, Мухаммад Шехов за неимением боев заявился на чемпионат России и дошел до полуфинала. Вот так вот. Что касается, да, что касается Асрора Вахидова, то предыдущий бой провел. Вот это была хорошая комбинация от Вахидова. В январе, и тогда техническим нокаутом победил Тата Банкани, представителя ЮАР. Кстати, по поводу представителя ЮАР, одного из них мы с вами увидим уже практически прописавшийся в России Рафхива Маема, но это будет гораздо позже. Хотя нет, а в следующем бою на самом деле. В следующем бою, да, абсолютно. Да. Гораздо позже будет у нас нигериец. Продолжает поддавливать Асрор Вахидов. Тянет на себя Мухаммад Шехов. Но при этом, смотри, много ударов Асрор не выбрасывает, старается так, знаешь, выцеливать. Шехов чувствует себя комфортно, огрызается, джеб в корпус. Вообще не вопрос, пожалуйста. Он умеет это делать. Пережидает Асрор. Шехов. Но и Мухаммад не стартует. Очень много защит. Так вытягивает на себя, проваливает. Дает. Дистанция длинная. Раскрывать все козыри, я думаю, что смысла в первом раунде нет. Но при этом, коллега, да, с какого интереснейшего поединка все-таки стартует сегодня файт-карт? Коллега, весь турнир просто сплошная загадка. Поэтому и сенсация. С чего бы не начать, было бы все вот так интересно. Все было бы в тему. О, хорошо, да. Причем справа. Справа за локоть. Вот сейчас начал заполнять паузы Асрора Вахидова Мухаммад Шехов.
А Срор пока очень мало делает в ринге. Ну, опять первый раунд. Посмотрим. Ну да, пошел в начале раунда Вахидов вперед. Но Ивлеева понял, что немного тянет его на себя. И начал просто так позиционно поддавливать соперника и держать его у канатов. Хороший размен. Шехов перехватил. И ждем второй раунд, друзья. Бакс. Второй раунд начинается. Слышали мы указания в углу Асрора Вахидова. Все правильно говорил тренер, что ты слишком много пережидаешь. Тебе нужно Заполняй паузы и не выцеливай. Работай через джеб. Ну вот. Мухаммад Шехов также продолжает так тянуть немного на себя. Очень много защиты. Выдергивает. Ну, а Мухаммаду комфортно пока работать именно как контровик. И вот двоечка уже от Вахидова. Тут же отвечает Мухаммад Шехов. Причем подходит еще достаточно плотно. И так тактически сразу же приклеивается к сопернику, чтобы не хапнуть в ответ, что называется. Ну вот, начал больше работать Асрор Вахидов. Выбрасывает серию. Шехов тут же огрызается одним ударом. Дергает Мухаммад. И плотно пробивает в туловище. Опять взял паузу Асрор Вахидов. Затягивает вот эти паузы. Все-таки и Шехов, пожалуйста. Шехову. Цап. Справа попадает. И здесь двоечка. От Шехова. Отлично. Ох, промазал, да, промазал Асрор. И тут же справа боковым достал его Мухаммад Шехов. Что хорошо, наверное, для Мухаммада, то, что Асрор не действует как такой свормер и как такой слагер, не выбрасывает огромное количество ударов и не давит так жестко. Прямо. А вот буквально была комбинация этого Асрора Вахидова, но все было в защиту. Все хорошо было в защиту и опять пауза. Да, и пауза опять большая. То есть, в принципе, так скажем, прессинг только обозначен со стороны Вахидова, такого жесткого прессинга. Такого. То есть складывается впечатление, что при желании Мухаммад Шехов может как бы и уйти от каната. Спокойно. Может сам немножко пойти вперед, что это именно такой вот план. Но его пока все устраивает. Ему не нужно тратить лишнее время и силы на то, чтобы достать соперника. Тот сам к нему идет. Соответственно, здесь у Мухаммада уже варианты. Вот, хорошая комбинация по туловищу заканчивает ее. Джеб от Асрора Вахидова. И хорошо в корпус джеб уже от Шехова. Шехов очень много работает в туловищах первых двух раундов. Хлесткий правый боковой. Ну а Асрору нужна хорошая серия и точная. Время-то уже заканчивается. Последние минуты второго раунда. Снова справа по корпусу попадает Шехов. Пока Мухаммад действует очень хорошо. Методично обрабатывает. Двойка от Вахидова. Еще бы повторная атака была, было бы совсем, наверное, для Асрора хорошо. Мне показалось, там не дотянулся Асрор. Здесь попал Вахидов, да. И джеб прошел сейчас. Концовка. Будет ли Асрор взрываться в концовке? Слева сбоку попадает Мухаммад Шехов. Последние секунды второго раунда. Ждем третью, трехминутку. Итак, третий раунд. Для тех, кто только что к нам присоединился, Мухаммад Шехов. Красные перчатки, белые перчатки Асрор Вахидов. Поединок в рамках первого полулегкого веса до 55 килограммов 300 граммов. На кону пояс WBO European, который принадлежит Шехову. И это полуфинал борочного турнира. Вахидов. Да, попал, причем слева. Двое левшей у нас, хотя, по-моему, вот сейчас... Нет. И сейчас у нас двое левшей. И сейчас остаются в ринге, да. Шехов пробивает джеб по туловищу. Он много работает в туловище в первых раундах. На секунду показалось, что Мухаммад поменял стойку. Нет. О, хорошо попал справа Шехов. Да. И тут же вторая атака. И тут же третья. Но там руки были на месте, мне показалось, у Вахидова. Мне показалось, что все-таки слева он цапнул Асрора. Ну, быстро, хлестко бьет Мухаммад Шехов. Попытался тут Асрор Вахидов немножко обострить. И вот такая сразу ответная комбинация. Шехов как хорошо. Пружина разрядился, да. Здесь Шехов. Шехов очень неплохо перехватывает атаки соперника, нужно отметить. Ну и опять весовая категория предполагает хорошую ручную скорость и быстроту действий. Такую двойку туда забросил прям мощно в туловище Шехов. Два очень техничных боксера и таких больше, наверное, все-таки игровика, да? Не таких, не откровенных панчера все-таки. Вот, Шехов. Гильотина – это другой вид спорта. Ну, все-таки, наверное, Асрор Вахидов и больше половину своих поединков закончил досрочно. Тут еще нужно смотреть оппозицию. Да, абсолютно верно. Но
но предыдущим в своем бою смог добиться технической победы в конце поединка. Техническим нокаутом, да, коллега. Да. Хорошо отвечает коротко Шехов еще раз в туловище. Вахидов что-то засмотрелся, немножко на перхотом воткнул. Шехов по корпусу слева. Ну да, кстати, да, коллега, нужно отметить, что Мухаммад очень много работает по корпусу, как ты уже говорил. О, здесь какая по защите, здесь на месте. И пока складывается такое впечатление, что так именно гораздо быстрее выглядит пока на данный момент Мухаммад Шехов, да. Подсказывает Асрору Вахидову, что слишком длинная пауза. Мухаммад очень спокойно действует. И, кстати, такой важный момент, который всегда у него был. Очень хорошо использует пространство ринга, нужно отметить. И пока достаточно вольготно себя чувствует, как контрпанчер. Ох, пожалуйста. Еще удар в туловище. Такой на скачке боковой. И здесь попал. Да, Асрор. Вот так вот на ногах начинает так немножко раздергивать своего соперника. Здесь Мухаммад. О, хорошо. Вот плохо справа. Слишком много пережидает здесь Асрор Вахидов. И еще раз. Уж еще раз справа от Мухаммада. Бокс. Четвертый раунд. Пошел вперед Асрор Вахидов. Действительно, ему нужно обострять. Предыдущий раунд мне показалось, что так посмотрел, побольше поработал в защите Асрор Вахидов, хотя и пропустил какое-то количество ударов. Но Шехов был лучше. Почему я говорю все три раунда? В основном про Шехова, как кому-то кажется, потому что Шехов просто лучше. Это, но, коллега, при этом дистанция достаточно длинная. Да, конечно, и вопрос. Асрор Вахидов пока чего-то такого тоже существенного еще не пропустил. Не, ну там были хорошие удары по корпусу. Хорошая комбинация была от Вахидова, но не точно. Шехов сместился на ногах. Асрору, кстати, как раз сказали в углу, что ты слишком затянут. Бросай больше ударов, не засыпайся на силовые. Действительно, Мухаммад Шехов смотрится гораздо быстрее, как мы уже говорили. И вот эта дистанция на ногах, постоянные финты. Поэтому, если кому-то кажется, снова хорошая двойка. Команда Брэй, шаг назад. Бакс. Хорошо. Апперкот. Вот. Отвечает тут же Асрор Вахидов. Джеб от Асрора. Но к этому джебу нужно добавлять что-то еще. Отвечает джебом Мухаммад Шехов. Снова удар в туловище от Шехова. Там, мне показалось, был локоть на месте у Асрора. Но при этом методично обрабатывает корпус своего соперника Мухаммад Шехов. А здесь он, да, прошел удар справа от Шехова. И причем пережидает Асрор и получает. Сам уже именно здесь, именно инициатива, это, наверное, Мухаммада Шехова, он никуда не смещается. Опять он просто остается у канатов и возвращается в угол. И еще хороший удар залетает справа от Шехова. Асрор так встал и пропустил снова справа. Вот силовая серия от Вахидова. Но защищался тут хорошо Шехов. Маловато делает Асрор, а уже четвертый раунд. Не еще четвертый раунд, а уже четвертый раунд. Снова дальняя рука Вахидова, но на месте. На месте была перчатка у Шехова. Снова попадает Шехов навстречу. Ну, комфортно. Комфортно Мухаммаду работать как контрпанчеру. У Асрора, наверное, не все клеится пока что в этом поединке. И пока не может он найти ключик, скажем так, не может зацепиться за соперника. Шехов не из тех, кто будет просто стоять и говорить: бей меня, пожалуйста. Ну вот, попадает сейчас Асрор Вахидов. Ну, нужно еще. Нужно еще, потому что заканчивается четвертый раунд. Отвечает Шехов справа и тут же повторная атака. Ну, Шехов, судя по всему, шикарно готов. Ждем пятый раунд. Мыши, бей. Повторами работать.
Шестой раунд. Снова опять пошел вперед вроде Асрор Вахидов, но без ударов. Асрору нужно работать, работать и еще раз работать. И работать хорошо, и работать много. Да, и работать много. Ну, в карьере у Асрора был всего один 10-раундовый поединок. Это был его предыдущий, который он закончил технически нокаутом в девятом раунде, да. Может быть, где-то чуть-чуть так подсознательно придерживает и экономит силы все-таки. Плюс по защите. Плюски боковой от Асрора, но там была рука. Шехов им на секунду не заставит. А здесь вопрос плохо уже Шехов, ведь тут же повторная атака. Хорошую защиту опять показывает Шехов. И попадает по корпусу снова. Первая попытка клинча была от Мухаммада Шехова. Тактическая, сугубо. И даже вот здесь в углу так очень комфортно чувствует себя Мухаммад Шехов на ногах. Да, коллега, мы об этом говорили. Шаг вперед, шаг постоянно смещается. Ну, Шехов оправдывает звание скоростного боксера. Смотри, коллега, как на ногах, раза три в разные стороны так раздергал здесь Мухаммад Шехов. Хорошо, от блока слева. И тут же добавляет. Тут же по туловищу. И приклеивается. Но не успел здесь Асрор Вахидов. Не дави. Ну, как мы с тобой уже говорили, ноги они кормят не только волков, но и боксеров в том числе. Вот как раз Мухаммад Шехов яркий тому пример, пожалуйста. Снова хлесткий быстрый джеб. Так скажем, то, что Асрор Вахидов не успевает за Мухаммадом и снова попадает слева по корпусу Шехов. То, что Асрор не успевает за Мухаммадом, это проблема Асрора, а не Мухаммада, так скажем. Мухаммад делает все, что... ребята. Все, что нарабатывал на тренировках конкретно под этого соперника. Почему не идет у Асрора? Ну, это, наверное, надо у него спросить. Вот, вроде бы джеб кинул. Но там здорово защищается. Ни на секунду не застаивается Шехов. Этим самым постоянно не дает прицелиться в себя. И да, это, видимо, становится да, проблемой для Асрора Вахидова. Бросает удар без подготовки, но мимо, смотрите, хоп, и сместился сразу же Шехов. Не может, еще раз повторяюсь, не может прицелиться как следует. Да, и это смущает, видимо, Вахидова, и он не выбрасывает много ударов. Тяжело их выбрасывать, когда большая часть из них рассекают воздух. И вперед не ломится, скажем так, не сокращает дистанцию, то есть Мексику не включает Асрор Вахидов. Пожалуйста. Справа боковой от Шехов. Больше всего по защите. Руки очень высоко держит Шехов. Он их вовремя поднимает, так скажем. То есть он чувствует, когда соперник бьет, вот этот тайминг. Хороший удар в туловище от Шехова под гонг. Бакс. Седьмой раунд. Четыре раунда остается до конца поединка. И пока, смотри, нет никаких заметных признаков усталости у Мухаммада Шехова. В первую очередь. Перемещается колоссально большое количество. Ноги здесь у Мухаммада решают. И на секунду он не застаивается, постоянно смещается, дергается. Ох, хорошо. Зарядился на двойку здесь Мухаммад. Ну, ты знаешь, у меня ощущение такое, что он уже где-то к седьмому, к шестому раунду, так скажем, оп, опять цапнул, прочитал соперника. И вот что мне нравится у Шехова, это... После контратаки повторная контратака. И мы знаем, что Асрор Вахидов может подойти, где-то ударить. Но заметьте, насколько как стоят ноги. Все-таки постоянно он стоит на полной стопе, а Шехов постоянно смещается, постоянно двигается, постоянно меняет углы своих перемещений. Я, коллега, так скажу. Чем меньше времени остается до конца поединка, тем больше возрастает вероятность того, что у Асрора единственный шанс выиграть – это соперника нокаутировать.
Но посмотрите, какое количество Шехов пробивает ударов по туловищу. И это может замедлить в поздних раундах. И смотри, как грамотно после удара приклеивается Шехов. То есть это все клинчи, а это чисто тактические клинчи, не от усталости. Пока стратегические стратегии, да, все-таки Шехова действует очень хорошо. Хорошая комбинация от Шехова сразу же. Да. Два голова. И тут же справа и слева. Асрора горячо поддерживают в зале, но Асрору нужно что-то делать. Еще много и точно. О, подзавис Асрор, и тут же Шехов наказывает. Может быть, не очень сильно, но точно. И здесь справа в голову. Боковые на ура проходят. И тут же бросил удар Вахидов, и тут же 2-3 удара Шехова в ответ. Шехов не остается ни после одной своей атаки, если остается, то сразу же прилипает в клинче. Для тех, кто любит эстетику в боксе, друзья, пожалуйста, смотрите на Мухаммада Шехова. Это вам не унылый Ригонда. Он все-таки еще и бьет, и как-то делает это красиво. О, хорошо. И тут же и ушел. Такой серийный контрпанчер Мухаммад Шехов. Вот здесь попал Вахидов. Вахидов наконец-то донес. Но мало этого. Но именно это и нужно Асрору. Нужно ему как-то отломать все-таки ход поединка. Но он заряжается, видишь, у меня такое ощущение, что он именно заряжается на силовые удары. И поэтому после них опять берет паузу. Из 9 победных поединков. 5 нокаутов. 5 нокаутов. Больше половины, поэтому ударить Вахидов не может. О, хорошо. Кое-что сейчас удалось и Вахидову, но ждем 8-й раунд. 8-й раунд, дорогие друзья. Асрор Вахидов сейчас в атаке. Белые перчатки. Это он. Его соперник Мухаммад Шехов. Первый полувес, вес 55,3 кг. На кону пояс W European, который вот сейчас пропускает, кстати, Шехов. Да, попал. Асрор, мало одного удара. Шехов тут же ответит. На кону пояс WBO European, который защищает Мухаммад Шехов. Вот. Прошла двойка. И еще. Эпизодов для Асрора Вахидова. Абсолютно согласен. В этом поединке. Вот так и надо работать. Вцепиться в соперника. И уже за счет воркрейта пережевывать. Не получится ли? Надолго ли хватит Асрора? В общем, вопрос. Хорошо по туловищу здесь. И повторная атака. И еще раз по туловищу, Шехов. И еще раз по туловищу. Может быть, не так сильно и бьет. Ой, хорошо, вот блок слева. Залетел боковой у Шехова. Может быть, Мухаммад не так сильно бьет, но главное много и точно. Вот в чем вопрос. Асрор понимает, что время тает, у него очень мало остается времени, и начал обострять. О, хорошо, Мухаммад подцепил. Но повторная бы атака Асрору нужна. Эх. Но не срубить ему Шехова с одного удара, по крайней мере, пока. Попал Шехов, да, руки мне показалось достаточно плохо. Больше ударов в атаке, все правильно подсказывают Асрору Вахидову. А Шехову подсказывают, чтобы находился он ближе. Хорошо, попал снова слева Шехов. Попал Шелока, снова по корпусу. Защищался корпусом Мухаммад. Руки на месте у Шехова. В атаке Асрор Вахидов. Здесь промазал Шехов. Опа! Было попадание от Шехова. Сразу обостряет он. Да, почувствовал. Почувствовал Мухаммад. Но Шехов не вымахивался. Да, все-таки потерял равновесие. И стоял. Удар был. Удар был, без сомнения. И если бы он коснулся третьей точкой, то вполне возможно. Посчитали бы на рефери мог отсчитать нокдаун. Машет апперкотом здесь Асрор Вахидов. Хорошо, плохо справа заряжает. Шехов физически готов просто пока великолепно. И снова навстречу справа боковой от Мухаммада. И здесь на скачке там успел, правда, ответить Вахидов справа боковой. Но на кураже. Мухаммад просто на кураже. Отлично защищался от двух ударов. Ну, не рискнул, не бросился потом в ответную атаку. Концовка раунда. Что будет делать Асрор Вахидов? Удастся ли ему? Даст ли ему Шехов провести атаку? Вот в чем вопрос. Попытка от Вахидова нанести несколько ударов, но все мимо. 9-й раунд ждем.
Не знаю, как вы, дорогие друзья, но у меня ощущение такое, что Асура Вахидова от поражения спасет только нокаут. Но опять-таки, это мое мнение, я его не навязываю. Туда. Асура Вахидов боец бьющий. Хорошо по корпусу попадает шеф. Такой боксер всегда. Вопрос... Реализует. Да, вот смотрите, как здорово три раза защищался корпусом. Правда, у Шехова просили из угла еще и ответную атаку. На один джеб Вахидова три удара Шехова. Пожалуйста. Сингупле. Джеб корпус от Мухаммада. Отвечает джебом Вахидов. Он не совсем точно. Так, всю массу тела перенес на переднюю ногу Вахидов. Постарался попасть правым боковым, но тщетно. Вот тут апперкотом подцепил Вахидов. Шехов продолжает свою игру. Повторная атака. Преимущество в том, что когда Шехов хочет, он может вот так вот за счет кистов и передвижений неплохо, так скажем, по-хорошему уйти от встречных атак своего соперника. Да, либо приклеится. Либо приклеится, да. Но делает он это, надо отметить, не так часто. Не так часто. Бой вообще, в принципе, чистый. И именно, для, еще раз повторю, для тех, кто любит эстетику в боксе, вот такие всякие красивости. Ой, как снова Шехов. Это отличный бой. Там и Вахидов бросал, но Шехов гораздо быстрее сработал. Мне кажется, будь поединок 12 раундов, Мухаммад бы без проблем отбоксировал все 12. Но пока Мухаммад очень хорошо чувствует себя на ногах, комфортно, и постоянно вот эти передвижения все-таки не дают ему попасть. Опять он защищался здорово, причем здесь даже отбил, успел отбить удар своего соперника Шехов. В атаке Асур Вахидов. Но посмотри, что удалось сделать Вахидову в этой атаке. Ничего. Ничего. Шехов снова по корпусу слева. А не оставляет без внимания корпус своего соперника. И левым боковым постоянно забрасывает в туловище Мухаммад Шехов. Постоянно бомбит. А там, не забывайте, все-таки находится большое количество внутренних органов. Рефлексы, конечно, у Мухаммада в этом поединке просто потрясающие. Стоп! Стоп, командир. Бакс. Заканчивается 9-й, предпоследний раунд в этом поединке. Будет ли спорт от Асрора Вахидова? Ему надо. И вот кому ему надо, это как раз это ему необходимо, да. Опасно, так правда, боковым бросал Вахидов, но не точно. И по корпусу снова Шехов. И успел отзащищаться. Вот попал. Асрор попал. Но мало понял этого. Вахидов тут же зарядился, встал на полную стопу. Но время работает не на него, к сожалению, для него. Финальный боевой отрезок ждем. Мухаммад Шехов начинает кружить вокруг своего соперника. Асрор Вахидов был проинструктирован своим углом, что ему надо идти и сражаться весь заключительный раунд. Последний раунд, и торсида Асрора Вахидова все громче и громче в зале. Хорошо через руку попадает Вахидов. Но этого мало. Нужна длинная атака, то, что ему говорил тренер в углу. Длинная серийная атака. Но опять очень тяжело это сделать, когда Шехов постоянно не решает. От меня здесь так подзарубились. Чуть-чуть ребята. Промазал здесь Шехов. Ну, кстати, смотри, в 10-м раунде так все чаще начал кончать Николай. Как думаешь, может быть, подустал или все-таки нет? Без сомнения, колоссальное количество сил потратил Мухаммад Шехов, потому что двигаться так всю дистанцию, но при этом, смотри, не выглядит он утомленным, он снова отлично двигается на ногах. Он работает в своем темпе, в своем ритме. Опять ждет Асрор и получает навстречу слева. Сильвупли. Здесь машет апперкотом Вахидов. Снова клинч. Приклеивается Шехов. Чисто тактически. А из угла у Мухаммада Шехова идут постоянные команды, чтобы больше работать, больше выбрасывать. О, двоечка, пожалуйста. На встречу Шехова. Попал здесь Вахидов джетом. Но этого мало. Вот здесь двойка от Вахидова. Так узко бросил два боковых Вахидов и попал. И тут же повторная двойка. И тут же еще боковой туда. Да, справа воткнул боковой Шехов.
апперкотом опасно там цеплял Вахидов между рук. Последняя минута поединка, друзья. Здесь вам никаких экстра раундов не будет. Опять ждет Давидов и промахивается. Шехов очень хорошо перемещается по рингу. Ноги. Не успевает Сергей Асрор Вахидов, в каком момент будет атака, или будет все-таки уход, или финт. Мухаммад Шехов в этом поединке показывает очень умный бокс. Пока Вахидову не удалось прочитать вот этот алгоритм передвижения своего соперника. И это, наверное, стало для него одной из основных проблем этого поединка. Ну и, конечно, скорость. Попал Хиджан. Ответил Шехов после пропущенного. Клич. Последние секунды боя. Здесь попадает снова Шехов. Смен, оба пошли на обострение. Выше голову. Закончился бой, ждем решения судей. Уважаемые дамы и господа, перед тем, как я объявлю счет судейских записок, давайте еще раз поаплодируем боксерам за красивый поединок. Итак, счет судейских записок. Судья 1, 96-94, Вахидов. Судья 2, 97-93, Шехов. Судья 3, 96-94. Раздельным решением судей победу одерживает и остается чемпионом Европы по версии WBO Мухаммад Шехов.